Всем привет, всем добрый день, вы на канале У Черновых. Короче, у нас сегодня такой день, что я Настюша у меня давно уже кое-что просила. Давно. Как только мы это в магазине видим, она говорит, купи. И мне кажется, настал сегодня этот день, когда возьмет Кирюшка и купит это. Короче, сейчас едем в магазин, будем выбирать и это купим. Просто каждый день депо. Ну, веди. Каждый день депо. За своей мечтой. Очень смешно. Девочки, подожди, пойдем прямо. Тут много людей. Я говорю, девочки мечтают о браслетиках, новых сумочках, об украшениях. И Анастасия мечтает о швабре. Ну, что ты сейчас сказала? Можно было показать. Ну, просто, да. У нас дома две швабры гринвейвские. Одна для быстрой уборки, это которая пшикается и так чик-чик-чик быстро протереть. Следующая для генеральной уборки. Я ей люблю стены, ванны, знаете, вот эту плитку. Ну, удобно очень. Там взял плитку, помыл. Или, ну, короче, тоже что-то протереть. Но я, как раньше, знаете, были вот эти швабры с ведром, с, как сказать, с этой волосатой головой, вот такой вот, и с ведром, когда ты не мочишь руки, ничего. Я все-таки до гринвейвских у нас такие были, да, и все-таки, да, какая мне нужна. Но не было у меня такой именно веледы, да. Да, ну можно сказать, спасибо. Говорила, хотела сказать, что я именно веледовскую хотела. Нет, я именно вот эту хочу. Вот эту? Она дешевле даже, прикинь? Хорошая цена. Я в интернет-магазине смотрела, тоже такая, что мы раньше не взяли? Ну, просто мы как-то забывали. Спасибо собачке нашей, сейчас камера. Потому что у нее столько дома грязи, поэтому я решился, давай, надо купить и все. Да, так что пишите, у кого такая, у кого другая. Потому что, ну, получается, у меня две есть дома с такими штуками. И одна будет с такой. Ну, окей, сегодня будет ведро. Ну, что там? Вот комплект. Бери пальцы, пожалуйста. Ведро. Ой, не все. Ведро. Насадка. Палка. Ну, погнали. Ну и все. Думаю, это оно. Мне все, очень многие рассказывали, что классная вещь, так что... Мне очень нравится, что можно не мочить руки вот так вот, да? Используешь и все. Это кто-то забыл здесь, видите? Так что вот так. Будем мыть пол. Или Кайла будет мыть. Салфеточки. Какие-то диски. Ну, это мне нужно для объекта. Да. Что-то еще здесь посмотрим, да? Да. Пойдем возьмем здесь. Давайте. Даже без того, что тортики, да. Возьмем сырочки. Эти. А где еще? Может быть, в тех коробках надо как-то открыть. Посмотри, что должно быть. Я шоколад. Дай курмес. А нет, ты снял шоколад. Блин, ребят, 27 центов. Пипец. Нет это? Проверь число, пожалуйста. Идеал. Угу. Проверь число. Хорошо? Да. Палдис. Велдис. Она тоже, да? Извините меня. А или у нас есть? Ладно, возьмем. Вообще нигде не видела такую цену на сметану, на эту. Пипец просто. Депо молодец, да, конечно. Депо молодец, реально. Да. У Депо все с этим в порядке. Многие магазины со своими наценками обнаглели, а Депо за счет строительных материалов держится неплохо и может себе позволить, как говорится, продавать подешевле. Потому что на самом деле они у них здесь дешевые продукты. Если ты приходишь за продуктами, то 100% пойдешь в строительный материал и возьмешь все что-то. Ну, для тех, кто не живет в Латвии, не дешевые продукты, а продукты, которые в других магазинах намного дороже, да. Здесь намного дешевле. Я не знаю, что обедать? Давай мы с тобой без камеры, чтобы мы там будем обедать. Нет, давайте нам все сейчас подскажут, а что обедать? Все надоело, просто все надоело. Я хочу салат какой-то, но не хочу его делать. А давайте здесь купим наш салат. С фасолькой? Да. И перекусим. Сейчас подумаю, я салатик хотела. Но реально делать не хочу, потому что ты не сделаешь его, ну, такую порцию, ну, знаешь, да. Тебе придется, да, делать целую миску, а потом его хочется, есть два дня. А потом не хочется его есть. Нет, хочется один раз. Ну, куриное филе возьмем, думаю, чтобы было? Ну, оно всегда должно быть, оно должно быть. Ой, извините. Это
Это маленькие, это большие. Ой, как все... Ой-ой-ой-ой, ребята, психоделика. Девятая. Нашла? Или нету? Девятая. А какой сегодня? А сегодня у нас седьмое. Давай. Вот этот салатик, да, берем две порции себе. Хотя мы тогда так вкусно его сделали. Он очень вкусный, кстати. Кидай. Он здесь тоже вкусный, но дома, конечно, лучше сделать. Пока я свою капусту не сделала, хочу прям сегодня срочно капусту. Но не знаю, какая вкусная. Честно, готовые все невкусные. Самая вкусная домашняя. Или вы можете посоветовать. Но здесь я такую вот нашла. Попробуем. Мне нравится, что она с тмином, с морковкой. Все готовить мы так и не придумали. Прикиньте. Ну ладно, сейчас пойдем овощей наберем в Lidl. Мясо есть, салат есть, овощи картошка есть. Есть. Картошку надо купить, там чуть-чуть. Там... Еда. Ты сегодня готовишь? Нет, не сегодня, как говорят, на халтуру. Какие там векты? Это же халтура, блин. Не, просто подумала, ты давно не готовил ничего. Ну окей, мне сегодня нужно пойти на халтуру. А потом ты сможешь готовить? А потом смогу готовить. А что ты будешь готовить? Ты раньше реально готовил, ты пиццу делал, у тебя самая тонкая в мире была пицца дома. Ты готовил что-то еще, а что ты перестал готовить? Знаю. Я зарабатываю бабки. Но я хочу, чтобы ты еще и готовил. Ты не офигела, а? Не, но все равно, ну, знаешь, у тебя просто очень вкусно. Можно же иногда... У меня много свободного времени. Побаловать тут иногда. А я вместо тебя на халтуру схожу. Давай, окей, тогда я приготовлю. Давай. Покрашу стены. Ладно, давайте, до свидания. Поставили бэху около второй бэхи с горки. Сейчас пришли в Lidl сейчас. Надо будет закупиться здесь. Нет. Какой закупиться? Просто овощи взять и все, потому что мы так и не придумали, что это делать. Берем. Да? Очень удобно. Очень удобно. Яйца. А выгода, да? Очень выгода. Две пачки, 2 евро. О, это очень выгодно. И L размер. Да, берем. Большие яйца. Русинные. Ой, плохое. Да, надо каждую брать и смотреть. Целая? Целая. Нет, теперь. Мокрая. Мокрая, значит, не будем. Ну, повезло. Берем. Овощи, Настюша. Сарканас, паприка. Пойдемся вот, 9, кстати. Наконец-то упаковка. Целая упаковка евро. Ой, не, а то обычно зеленый, желтый и красный. А я зеленый не очень люблю. Но нафиг, вот скажите, он у всех пропадает в холодильнике. Красная. Что такое, мокрая? Что такое? Ты берешь одни и те же Заньки из двух. Вот это уже Занька поднялся. 5 центов, это даром. Надо брать. Целый килограмм, что ли? Да. Я, кстати, ими насытилась. Я уже так их не ем. Ну ладно. Ну, видите, как мы пришли за овощами? Сейчас будет целая корзина. Я скучаю по огурцам. По дачным? Да, у нас же огурцов на даче очень много в этом году выросло. Но нет, по этим маленьким, с пупырышками, а эти не вкусные. Ну что, если другого нету, Занька, варианта. Да? Ты наш... Мы опоздали на 7-ю кассу на полную. Ну, томаты берем. Песню слышишь? Да. Как в церкви. Реально, да? Угу. Вот, церковный. Не надо нам капусту. Короче, написали, что шинковка, в ТикТоке написали, что шинковка для капусты плохая. Именно это, ну такая. Ну да. Надо попробовать. Берем капусту и пробуем, да? Реально, сегодня хочешь это делать? Нет, я ее не буду класть, если что, мы ее съедим в салат. Ну давай. Угу. Бери маленькую.
Не она большую. Там, кстати, есть еще меньше. Где? Вон там вот. Вон там, вот. У него я не буду рыться, ладно, возьму на я там хоть половина листа выкину, вот тебе буду с маленьким. Картофан. Отличается. А чем это отличается? Ну, упаковка только, вот бери, где красная. Мы брали эту. Да. Такая же фирма, бери такую. Брайт, вот эту, да? Вот, да? А почему? Чем они отличаются? А, это мы-то? Только этим? Да, но здесь сетка. А почему это дороже тогда? Ну, бери вот эту. Сыр мы забыли в Депо купить. Я тебе покажу кое-что здесь. Здесь взяли овощи и сыр. Ты видала? Берите сыр. Для телефонов сразу не нужно эти адаптеры пихать. Прикольно. А вот сюда вот поставил бы телефон. Ну, может, надежно? Прикинь. Надежно? Да, прикольная тема. Но у нас этих удлинителей. Радугу видите? Молодцы. Тоже. Сейчас дерево. Молодцы. Видите, какая красивая. Сегодня у нас просто целый день льет, потом солнце, потом опять льет. Всю неделю дождь будет. Да? Я думал, что мы какой-то, знаешь, после обеда соберемся, заберем Макса, Полю, возьмем собаку и пойдем на дачу, пускай там бегают. А как? Дождь идет. Какая дача сейчас? На Полинку на танцы. Такой дождь пошел, не выйти с машины. Что еще? А, распаковала дома швабру. Ну что? Насадка, палка, ведро. В ТикТок сняла распаковку. Можете посмотреть. Сейчас пойду домой. Нужно постирать, закинуть что-то, развесить. В общем, ничего такого, знаете, домашние дела. И, вот вопрос, что я включила, вопрос был. От этой швабры насадка была одна в коробке, да, ну, как и на коробке было нарисовано. Потом, их как-то отдельно покупать же можно или нет? Я не посмотрела, что в магазине. Ну, должно же быть, правда? Ну что, пойдем? Мне, правда, 2 метра бежать. Так не хочется мокнуть. Добрый вечер. Ой, ничего не видно. Видно? Не видно? Тебя пошли, видно. Там есть свет. А то черное, на черном плохо видно. Кайла вообще не видно. Ева, тем более. Мы уже привезли Полинку с танцев. И вышли гулять с собаками. На вечернюю прогулку, да? Вечернюю. Она, кстати, первые дни не лаяла у нас на... Шум в подъезде, да? Да, сейчас только открываешь дверь. Вот подъезд. В подъезд заходишь, поднимаешься. Мы высоко живем. Поднимаемся, и уже слышим ее голос. И дома, когда мы с ней сидим, она лает, когда кто-то в подъезде просто поднимается. Да, Ева не лает. Ева лает, когда в подъезде шумят, ну, очень громко. Долго шумят. Ну да, что-нибудь такое прям. Да, там кто-то... Дверь потрогает, кто-то, знаешь. Да, или до нашей двери дотронется, или там что-то упадет у кого-то. Что-то стало... Главное, чтобы она ночью это не лает. Ну, знаешь, вот мы сейчас идем, обсуждаем, что это... Ну, классно, ты смотришь за ней. Она по лужам пошла. Она вот со мной гуляет, и ей все дозволено. А, да? Сейчас она и со мной гуляет, не все дозволено. И... Так, Ева, стой там. Хочу сказать, что... Ева не побежит? Две собаки, как уследить? Я хочу сказать, что наоборот здорово. Она, ну, блин, такая охрана на самом деле. Нет, конечно. Она вроде добрая, но на чужого шерсть дыбом встает. Mm-hmm. Классно. Света мало, но что-то видно. Смотрите, у Кирюши еще волосы не выросли до плеч. Да, конечно. Все, здесь ветер, мы к морю выходим. Ой! Потому что мы отошли от нашего дома, и вот прямо, видите, темнота. Все, там уже море. Ну, поле такое и море. И здесь уже шумит ветер прям. И море слышно, да? Конечно, потому что ветер. Вот те, кто люди приезжают первый раз, когда они слышат шум моря, для них это странно, для нас это... Ну, не странно, а прям такой вау. Да, для нас это уже нормально. Да, и, наверное, и не слышим. Кайла!
Эй! Кайла! Вырубай! И главное, не важно, дождь, ветер, снег, мы гуляем. Видите, сейчас дождь пошел. Хорошо, я еще в теплой куртке. Кирюша не переоделся, я переоделась. Иди домой, я погуляю с ними, у меня куртка. Кайлу еще надо уговорить, блин, по-большому сходить на ночь. Не? Ну как тебе салат? Полин, нажми звук. Ну, очень вкусный салат, реально. Да? Честно. Полин, нажми на звук. Взять, вот так вот на вечер перекусить. М? Надо сделать такой. Шикарно. Ну, понимаешь, мы сделаем не такой. Он будет вкуснее. Я хочу такой. Короче, девочки, уже можете нам писать рецепты своих салатов на новогодний стол. Сейчас это актуальная тема. Что-то такое, знаете... Необычное. Необычное. Знаешь, что я хочу? Какой салат? Ну? Я знаю. Какой-нибудь... Не мясной. Нет, фу, надоело. Какой-нибудь с слоями. Помнишь, как я делала, где курочка, грибочки такой? Можно. Как цель? А-а-а, нет. Ну? Где курица и грибы соленые. Морковка, картошка. Можно. Помнишь, как мы в Максиме покупали? Да. Можно, ну маленькую порцию. Угу, конечно. Знаешь что? Хочешь, а винегрет не хочешь? Не. Серьезно? 100 лет не делали. Не хочу винегрет. Согласна. У тебя горбушка больше, чем порция салата. Горбушки в этой семье кушают только я. А расскажите, у вас тоже так? Ну еще, или я их выбрасываю. Если я горбушку не съем, мы их выкидываем. А это хлеб. Максим, как дела? Кайла! Ну класс, очень красиво. Глаза светятся от вспышки, да? Кайла! Что, заканчиваем? Я подумаю над большой собачкой. Ага. Может, нам взять собачку большую? Ой, может, щенков от Кайлы подождать? Может быть, да? Первый щенок наш, да? Да. Договорились? Да. Окей. А тебя можно, да? Ну, мы реально все к ней привыкли за эти дни. Да. Кайла, пока. Кайла, пока-пока всем подписчикам. Давайте. Кайла, голос. 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 Молодец. Все. Иди ко мне. Ева, голода, ты спит. Ева, не трогай. Это пришла. Ева, голос. Голос. Ну ты-то так, Ева, голос. Ну Ева не умеет. Ну? Нет, умеет. Ты уже ела сегодня. Короче, Кайла всем сказала пока-пока. Все, давай. Пока.